Ненецкий округ намерен предварять в жизни рекомендации президента. Об этом журналистам местных СМИ в ходе пресс-конференции рассказал глава региона Игорь Кошин. Он прокомментировал ежегодное послание президента Федеральному собранию. В этом году в соответствии с посланием главы государства Ненецкий округ постарается привести в порядок дороги. Я думаю, что касается нашего округа, я, по крайней мере, в первую очередь обратил внимание на четкий посыл, который прозвучал из президента, по поводу приведения в соответствие региональных, ну, конечно, муниципальных дорог. И лишний раз подтверждает нашу правоту в принятом решении и с поднятием части дорог содержания и сегодняшнее состояние которых требует непосредственно такой серьезной реконструкции с поднятием полномочий по этим автомобильным дорогам на уровень непосредственного субъекта. Ну, что еще прозвучало? Что касается бюджетных расходов. И здесь нам вместе с вами, я попрошу здесь тоже вашего участия, мы должны принимать самое действенное участие в контроле за расходами бюджетных средств. И самое важное, все-таки вот та пресловутая эффективность расходования бюджетных средств, она, конечно, должна иметь место.